Формируется моя картинка достаточно просто. У меня уже нет телевизора лет, наверное, 8. Я его принципиально не включаю, то есть он даже иногда и появляется на горизонте. Я иногда застываю перед тем, что там показывают, потому что, ну, там интернет-то понятно, там какие-нибудь социальные сети, там все равно попадает какая-то информация из интернета. Я считаю, что раз в полгода включить телевизор, посмотреть новости и понять, что происходит в мире, вполне достаточно, чтобы не заливать свою голову вот этой тиной болотной. И понимая, что 80% информации, которая попадает в телевизор, она так или иначе отредактирована и написана сценарием, и кому-то это надо, и кто-то за это заплатил, и так далее. Понимаешь, что информация просто так, она не появилась. То есть есть такой жанр документальное кино, вот я его считаю самым честным. Там есть свои мастера и свои гении великие. Ну вот, я даже его там, он у меня в другом ранге стоит с художественным, но тем не менее, вот ему верить можно, хотя оно тоже бывает проплачено и подкуплено сильно. Но вот этот жанр гораздо честнее, мне кажется. Пытаюсь не знание, конечно, это не, так сказать, может быть, и счастье. Спасаться, конечно, надо книгой, разрабатывая голову и воображение. Реже получается все это, но тем не менее. Информация, конечно, поступает к нам со всяких разных источников, гаджетов и фигаджетов. А от нее как-то не упасешься. То есть, если бы даже не хотел, чтобы ничего знать, она все равно тебе просочится. Отсутствие телевизора и свободного времени, наверное, спасает меня от этого.